Международный женский день еще не наступил, а мать главы республики Аймани Нисиевна Кадырова уже получает поздравления. Первыми ее в столь поздний час навестили сын, сноха и внуки. Они отправились в дом к Аймани Кадыровой не с пустыми руками. Помимо букетов, цветов и подарков, дети приготовили для своей любимой бабушки и теплые пожелания. Мать, воспитавшая героя России, известная во всем мире своей благотворительностью, стала самым близким человеком для каждого чеченца. В народе она известна как глубоко верующий человек, готовый прийти на помощь всем нуждающимся. Затем Рамзан Кадыров обратился с поздравлениями уже к своей супруге Медни. Дети приготовили для нее целую концертную программу. В этот вечер все песни и стихи были только о ней, о маме. Во время исполнения одной из них дети даже не смогли сдержать слезы. Здоровая мамочка была. Жизнь подарила, мамочка моя. Хочешь, я